Накануне праздника Светлой Пасхи в Анапе стало традицией проводить благотворительную акцию на самой высокой ноте в поддержку одаренных детей. В зале Центра культуры «Родина» был установлен бокс для сбора денежных средств краевого благотворительного фонда «Цветик-семицветик». У нас в Анапе, ну и в целом в Краснодарском крае, проживает очень много талантливых детей, которые сегодня нуждаются, безусловно, в помощи. Я почему говорю, что в помощи? Потому что не каждый может сегодня купить себе достойный костюм, чтобы выступать на сцене, соответствующий профессиональный инструмент. Не каждый может сегодня поехать, обеспечить поездку для того, чтобы показать свой профессионализм на самом высоком уровне в других городах нашей необъятной России, не только России, но и за рубежом. Поэтому сегодня вот эти дети действительно нуждаются в помощи. На выделенные средства для детей приобретают музыкальные инструменты, сценические костюмы, наборы для изобразительного искусства, оплачивают расходы на участие в фестивалях и конкурсах. Предприятия торговли уже перечислили средства ансамблю «Молодость» на пошив новых костюмов. Благодаря акции «Добра и милосердия» новые сценические костюмы будут у участников клуба для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра», у певицы Изабеллы Андреасян и многих других талантливых анапчан. На часть собранных средств 7-летний Саша Чепурной из Юровки получит новую балалайку. Осуществилась мечта и воспитанников детской музыкальной школы номер 1. 12-летнему Семену Богданову депутат ЗСК Николай Иванюшкин выделил 50 тысяч рублей для приобретения нового кларнета. Семен занимается музыкой с 3 лет. Окончил класс фортепиано, сейчас осваивает кларнет. Мне очень надо новый кларнет, потому что сейчас хоть у меня и хороший, но все равно есть некоторые недостатки. Надеюсь купить на выделенные мне деньги хороший инструмент. София Глушкова, 14 лет. 10 из них девочка занимается в детской музыкальной школе номер 1, играет на скрипке. София признается, когда у нее плохое настроение, на помощь всегда приходит музыка. Часть средств от продажи билетов на благотворительный концерт пойдет на покупку новой скрипки. Моя музыкальная школа находилась в одном здании с налоговой, и я, будучи 4-летним младенцем, пошла с мамой оплачивать налоги. И получилось так, что я слушала звук музыки и сказала: «Мама, я буду заниматься». И вот с тех пор я ухожу на музыку. Многие талантливые анапчане, несмотря на юный возраст, успели достичь значительных успехов в творчестве. Благотворительная акция на самой высокой ноте будет и в дальнейшем проходить в Анапе. Средства, выделенные на помощь в обучении одаренных детей, помогут молодым дарованиям курорта.